На этой неделе Барнаул занял 57-е место в рейтинге самых теплых городов России. Его опубликовало издание «Иннов», основываясь на данных гидрометра и Росстата. Среднегодовая температура в столице Алтайского края составила 2,6 градуса. На первой строчке расположился Сочи с показателем более 14 градусов. А на последнем, 115-м месте, оказался Аймекон из республики Саха. Там среднегодовая температура минус 15,5 градусов по Цельсию. Редактор